Тактические эклипсы, они отпушили хорошо вверх, они отпушили неплохо низ, и по миду заходят, сейчас будет full DPS трон, смотрим, глиф есть у фьючер, нужно грамотно его использовать, вот он глиф, 7 секунд не будет тролля, неужели они закончат сейчас эту игру, 50 минут, Simple прыгает, в БКБшке у него нет ультимейта, Simple пытается пробить Биба, трон падает, нечем дефать, Эмбер залетает, Sonic Wave пошел, Биб использует Юл, живет, трон, они его убьют, Джаггер без байбека погибает, Квапа тоже с байбеком, трон нужно добить, тычечку кто-то дайте, трону, блядь, он живет, его не добивают, боже, что это, 100 хп остается у трона. Охренеть! И падает трон у Reddit! Пиздец! Какой же матч! Просто какой... Офигеть!